после получения мяча забивает 2 очка. Савин, ну, заканчивать атакой Хаскис. Ну да, Кабаеринов решает сам с этим разобраться. Забивает 2 очка. И вот Савин. Савину нужно будет бросать. Крыжановский 3 снова бросает. И попадает, более того. Крыжановский, между прочим, красиво, по-своему. И вот так вот на подборе отрабатывает, между прочим. 77-й номер у команды. 3. И точно цель, Крыжановский. Крыжановский сегодня в огне. Крыжановский сегодня много. Находит мальчика, сейчас хороший пас. 3 летит. Залетает, более того, счета. Мотает головой Балерина, говорит, ну слушайте, ну-ка. Да, 2 очка сейчас Крыжановский забил. Попадает средний, хороший, приятный и нужный, что самое главное. Смирнов сейчас мячом. Бояринов подает на Счастливцева, и Счастливцев, да, забивает 2 очка. После подбора стоит, помогает обоим. Слышите? Вашингтон Хаскис. Мне очень пока что у них все хорошо. 14 очков они отстают. Уже, между прочим. И им нужно с этим что-то решать. Три очка. Да? Да, трешечка сейчас залетела. От Смирнова. Ой-ой-ой, сохраняет преимущество в 20 очков. А, простите, да, не 20 очков. Вот управляет мне сейчас Боярин, забивает еще 2 очка. Было 21 очко, стало 20. Очка прямо из-под кольца. И перехват. Ну слушайте, не дается еще и передача на своих же игроков. Труп отдает на Смирнова. Смирнов снова на Крыжановский. Крыжановский среднюю бросает. Да, точно в цель. Попадает Крыжановский. И вот 19 секунд остается играть. Затем уже начинается. И начинается у нас трехочковый точной. Хаски все же разобрались, видимо, ну, пока что страшно, все-таки первый фол, и, ну, ничего такого. Но вот сейчас Счастливцев получает против него двумя очками. И вот такой перехват. Крыжановский, так, по-моему, также оформил. Крыжановский и перехват оформил, и сам убежал, и 2 очка забил. Все, Крыжановский сделал. Крыжановский... Да, забил. Первый все, штрафной Троицкий. 78-й замена. Да, вот Троицкий забил 2 штрафных, и его заменяют, соответственно, сразу же. Только временно. Бояринов на Счастливцева, Счастливцев забивает 2 очка из-под кольца. Савин подбором, и Савин забивает. Савин завершает эту атаку результативно 2 очками для команды Хаскис. Бояринов, Бояринов, Крыжновский, Крыжновский сам бросит средний и забьет, Крыжновский средний, Крыжновский прекрасный процент, Крыжновский, Крыжновский сам бросит средний и забьет, Крыжновский средний, Крыжновский прекрасный процент, Крыжновский много забивает, 25 очков он уже забил, да, Третьяков забивает 2 очка, это получается уже 35 очков преимущество команды Олимпа, либо это... А, не 35, уже 37. Хорошо, это получается 12 трешек и один штрафной. Это получается... Слово на Савина. Савин троечку с нуля бросит. Без защиты, не защищает скотч. Ну, и забросит, конечно же, троечку Савин. Троицкий пас на Смирнова. Смирнов, конечно, не забил, но зато Третьяков за ним доработал.
специально куда-то очень далеко в щит попадает Троицкий. Но зато Третьяков обрабатывает этот своеобразный пас. Красавина 3 будет бросать. И сходу трешку, по-моему, попадает сейчас Смирнов. И сразу же отличается и команда Хаскис. Да, решили они кайфовать. Крыжановский 3. Точно в цель. Не прям, конечно, точно в цель. Прям точно в цель, наверное, нужно было сказать, если прям чистенький мяч. Пас сейчас на Болотина. Болотин снова пас. И да, 2 очка. 2 очка, простые 2 очка. Видимо, Олимп немножко расслабились. Не знаю, почему они пропускают игроков с мячом. Сейчас сам решает проходить. Нет, пас на Счастливцева. Счастливцева в среднюю попадает. Первый свой штрафной Счастливцев попадает. Точно в цель попадает. 3 очка добавляет для своей команды. Трешечку. Залетает. Крыжановского, по-моему, которая уже очень много. От Крыжановского это уже 9 из 15. Савин. Еще 3 бросит. И забьет еще троечку. Что он творит? Да, Андрей, конечно, творит чудеса. Да, Катя забивает. Хороший средний бросочек. Снова Колганов. На Счастливцева. Счастливцев сам проходит и забивает 2 очка. Да, простые для себя. 5 минут осталось играть. По встрече. Средний в этот раз бросочек бросает и забивает. Ну, слушайте, сколько у него уже очков? По-моему, очень и очень много. 42 очка. Пройдет внутрь и таким степбэком почти обходит соперника и забивает 2 очка. Да, почти что из-под кольца, из краски. Троицкий сам проходит и, да, забивает 2 очка. Вперед. Чуть не теряет, сам бросает и еще и забивает 2 очка Крыжановский. Ух, да, это мощно. Да, вот теряет, сам бросает и еще и забивает 2 очка Крыжановский. Ух, да, это мощно. Да, вот напоминает нам Троицкий, что 2 очка там, что самое приятное в плей-офф. Савин забивает 2 очка, Савин снова перехватывает, хотели дать на Троицкого, чтобы он просто забил 2 очка, и Савин решает центровой Третьяков и зарабатывает сотое очко для своей команды в этом матче. Сам решает бросать Крыжановский, трешку еще одну завалить! Ну, Крыжановский сегодня в огне. Крыжановский творит что-то невероятное. Счастливцев забивает средний бросок. И да,